Рекомендуємо підписатися на канал Ігоря Лапіна. Вся інформація дуже важлива та актуальна. Американцы разработали комара-убийцу, а по всему миру ищут русских. Генетически модифицированного комара, так, который был распущен в Бразилии, и сегодня этот комар дошел до нашей Абхазии, комар распространяет вирус Зика. Комары на дронах прилетят, понимаете, история-то? Значит, вот есть одна разница, и очень существенная. Дрон можно точно направить тебе или мне в голову, а вот комар сядет неуправляемо. Давайте, он как сядет, большой как специалист по комарам. Почувствуйте разницу. Система воздушного распространения токсичных комаров. С этой технологией насекомые могут стать не менее важным оружием, чем танки и лазеры. Комары могут быть использованы для распространения вирусов. Вот эта вот лаборатория американской военной в Грузии создана потому, что это серая зона. Это как duty free, там, знаете, в самолете. Представляете, кошмар. Чтобы не исключено, что на нашей территории уже используются эти вещи. Я вообще говорю, думаю, что прежде всего это бактериологическое оружие будет использовано для нанесения, для подрыва экономики. Какие-то такие комарики летят уничтожать поголовье птиц. А я, кстати, вот я был недавно у себя дома, мне говорят, почему-то воробьи исчезли. Знаете, ну они уже исчезли, я вижу. Это в том числе, судя по всему, результат глобализации. Да, оружие на нашей территории применяется, потому что вспышки той же африканской чумы ежегодно... Какое оружие? Комары, дроны, что там мы видели? Вот эти снаряды заряженные. Ежегодно фиксируется 200-300 случаев на территории Российской Федерации и в основном вдоль границ с Грузией, с Украиной, ой, Краснодарском крае, Курской. А то это американцы виноваты, да? Конечно. Америка ведет перманентную биологическую войну. Даже где-то больше, чем Гитлер. Гитлеровские захватчики позволяют себе. Есть еще этническое оружие, понимаете? Поэтому... Сегодняшняя ситуация в Грузии, грузинский народ – заложник Пентагона сегодня. То есть вокруг России создан целый пояс… Бактериологическое кольцо. …активных лабораторий. Глубоко радужные перспективы. Мне сердце подсказывает, что опасно. Отсюда кричу – СОС, спасите наши души. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Я из Украины. А вы из Украины, так вас плохо в истории учат в школе, поэтому вы ничего не знаете. Они не учат историю. Знаете? Да. Лишь повторяю, правильные учебники учить. Агрессия, аннексия, как попугаи, повторяю. За Америку. Кучин хуйло. Все это идет по одному сценарию, который заплатила Америка. Сначала прибалтийские страны сделали, как сказать, идиот, баррикады. Теперь там не Майдан знаешь, по-другому назвали. Убить. Вот и все. Это чтоб что, непонятно что ли? Только за мир мы собрались здесь. Однозначно. Рядом, радость тебя. Надо твердый дать ответ. Солнечному миру нет. Ядерному взрыву да. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Монахи Троицы Сергиева монастыря прислали нам блок вот, календариков. Я вручаю каждому ополченцу. Они благословлены. Русская церковь благословила нас на ту войну, которую мы ведем. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Это война за русский мир. Это война за Новороссию. Это война за свободу от фашизма, от украинского. Украинский националистический режим – это верх нацизма. И мы в этой войне победим, потому что наше дело правое. Победа будет за нами. Будем стоять крепко за Россию. Слава России! Слава России! Слава России! Для нас это настоящая отечественная война. И мы будем гнать их отсюда в шею, пока у нас будет хоть один живой солдат. Мы готовы к политической борьбе в украинском парламенте. Мы готовы к политической борьбе на территории страны, в местных советах. Мы готовы политически отстаивать свою точку зрения. Готовы в рамках единой Украины. Вот это поворот! Мы как бы закупориваем вот эти колодцы, эти туннели, которые проточены были в небеса этими великими жертвами и великими победителями. Колодцы, из которых проливался фаворский свет в нашу страну, в наши институты, в нашу армию. Но когда закупорили эти коридоры, когда затрамбировали их, отравители колодцев, страна стала чахнуть и истекать. То есть Сталин и ГУЛАГ – это проявление божественного света?
Сталин и ГУЛАГ и победа 45-го года и великая советская цивилизация, которая до сих пор кормит нас, неблагодарных детей, это проявление божественного света. Правильно, блядь. Два человека были отпущены в преддверии празднования 9 мая, так как мы считаем, что американцы тоже участвовали. Ну, была какая-то определенная часть участия американского народа в победе. И поэтому, как союзническое государство, мы отдали в память наших предков двоих. Один из них действующий сотрудник ЦРУ, второй завербованный ЦРУ, ну, в принципе, послан сюда. И вся эта миссия, на самом деле, была разведка Соединенных Штатов Америки. Да ну нафиг! У нас получился первый дипломатический скандал. Надеюсь, когда мы будем засылать своих разведчиков в США, они тоже кого-нибудь отдадут, если поймают. Ну, когда нашего разведчика в США поймают, я надеюсь, они так же само поступят. Ну, мы же жест доброй воли проявили, теперь в следующий раз они должны отпустить. Надеюсь, никого не поймают. Два БТР американских было, ну, видели на Марьинке, по центральной улице ездили. Как бы, это понятно, что тут находятся американские люди. И было не раз, мы замечали, что ходят, ну, как, негры, чернокожие, экипированы полностью. Это, как бы, понятно, что это не украинская армия, в Украине негров нету. Ополчение многонациональное. Вот темнокожий Эдгар из ЮАР старательно вывел на ремне от пулемета девиз «За Святую Русь». Ну, приехал с ЮАРа к бабушке в гости. Тут началась война, приехал родину защищать, как-никак. То есть мама русская? Да, у меня мать русская. Как бы, ну, понятно, что это не украинская армия, в Украине негров нету. Когда едет БТР по улице, на нем танцуют пьяные негры и на тебя автоматы наставляют. Лахи в руки. Вот это номер. Можете сказать поздравления? Поздравления, скажи что-нибудь. Да. У нас День Победы сегодня. Да. А вы откуда? С Гвинеи. С Гвинеи? Да. А вы, кто ж вас сюда пригласил? По зову сердца, что ли? Да? Ой, какой молодец. С праздником. С праздником. Спасибо большое. Победа. С праздником. 41-й, 45-й. Да. На нашем участке фронта появился какой-то опытный образец. Он ходит очень тихо, стреляет очень далеко и очень сильно мощно. Ну, то есть использует такую нестандартную тактику ведения танковой войны. Укры, как мы узнали, прозвали этот танк «Черная пантера» или «Черная смерть». Значит, по агентурным данным, в районе Широкино работает танк «Леопард» немецкого производства. Также по этим же агентурным сведениям, в районе под Мариуполем, это в районе Сопина, если не ошибаюсь, работает батарея САУ «Дана», 155-й калибр, венгерского производства. По сути, это даже не армия. Это иностранный легион. Это правда, мистер Холмс? Истинная правда, миссис Хадсон. Это правда, доктор Ватсон? К сожалению, да. Почему к сожалению? Вот мы прибыли в... Видео снимать? Да. Почему нет? Фашики не пройдут. Это точно. Привет передайте. Кому? Екатеринбургу привет. Екатеринбургу привет. Кому привет? Тебе что ли? Привет. Родным, близким, бля. Тагил! Рулит! Мы скинем это обязательно. Молодец, нам платят. Давайте я тоже. Ничего не будет. Да ничего нам не будет, бля. Вот это наши боевые позиции. Да, вот это наши боевые позиции. Вот, блядь, там укропы. В том направлении укропы, да. Сколько у меня случаев друга? Гип-гип! Ура! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Екатеринбург здесь! Калининград тоже здесь! Как не гражданская война? Как не гражданская война? Как не гражданская война? Что вы ерунду порите? И это ваша проблема внутренняя? Запад на сегодняшний день в какой-то агонии. Под смыслом однополый в школах и в детских садах они понимают сексуальное разнообразие. 14 февраля сайт Facebook опубликовал список этого сексуального разнообразия. 58 видов трансвеститов, 58 видов геев,
Россия. Скотоложество по-нашему. Открыто существуют зообордели. На фронте прямо сейчас сражаются граждане нашей великой страны всех национальностей. В этой связи президент считает, что нужно знать и понимать, где находится корень зла и кто хочет нанести России стратегическое поражение. Я считаю, что никакого уголовного преследования и любого другого преследования, ущемления в правах людей по национальному принципу, по этническому принципу, по сексуальной ориентации быть не может в современном мире. Это абсолютно должно быть исключено. У нас этого и нет. Согласно вашей точке зрения, в России права гомосексуалистов и однополые браки признаются в той же степени, как и в США? Такова ваша позиция? Мы не только признаем, мы это обеспечиваем. Мы с вами должны понимать, кто наш враг. Геи, одетые в костюмы сатанистов, 100 тысяч зоофилов. В Дании 100 тысяч зоофилов. В Норвегии 100 тысяч зоофилов. Вот такая Европа против нас. В России тоже нет статьи за скотоложество. И куда же побегут все европейские зоофилы, когда их прогонят из Дании? Ведь это нам только иногда кажется, что несут какой-то бред. Просто бред. Ну и это проскочит, и никто не обратит внимания. Нет, вы понимаете, это просто закладывается в голову миллионам людей. А потом будут на это еще ссылаться, как на какой-то источник. Поэтому нельзя мимо проходить. Обязательно нужно на подобную чушь, которая, казалось бы, чушью на первый взгляд, а очень вредная чушь, нужно реагировать. Но реагировать по-современному, без всяких истерик, спокойно, но показывая, что это чушь и вредная. Госдеп и Белый дом практически одновременно в унисон сравнили беспорядки в Махачкале с еврейскими погромами в Российской империи. То есть фактически обвинили всю страну в антисемитизм. Нонсенс.